Так вон, он же кромку перешел. Дина, что-то мне напоминает насчет кассы. Скорые в Новосибирске. Я смотрю, такая отходит, отходит. Дружка, когда Дина, юбилей! Я вот сюда на край. Так, а кто за мной-то шел? Красавчик. Что за меня? Да, Володя. Блин, а это, в воде-то хорошо? Укладывают парашюты, как уже сказал, С4У, ПН-58, С5К, ПСУ-36. Это заголовник, который устанавливается на катапультное кресло. Сборы проводятся для того, чтобы усовершенствовать процесс укладки данного типа парашютов, отработать виды сложной подготовки, которые в частях не могут отработать. Это вот приземление на воду, будем работать еще на лес. При касании воды парашютист выскальзывает с подвесной системы, одной рукой держась за подвесную систему. После чего подходит катер, загружается запасной парашют. Дальше уже спасатель отплывает свой основной купол, берет его за вершину и затаскивает его в лодку. Отдает. После чего сам добирается до берега. Ну, есть молодежь, которая еще только к нам пришла и которую сейчас в данный момент по определенным видам подготовки готовим. Впервые 3 человека. Таджикистан, 201-я военная база, и местные у нас Канск впервые там осуществляет 1 человек приземление на воду. Остальные уже имеют порядка 2, 3, 10 прыжков и так далее.